Всем привет, дамы и господа. С вами Ниломоб. Мы играем в игру God of War. Тут нас кто-то стучит к нам. Подозреваю, там нас что-то ждет. Какой-то не очень приятный сюрприз. Но прежде чем мы начнем это проверять, мы зайдем еще в настройки сюда. В навыки. И у меня вот мои клинки хаоса требуют улучшений. Вот у меня тут я не улучшал специально. Где-то за видео. Так, нажмите, что во время бега, чтобы подпрыгнуть в воздухе, нанести мощный удар. Берем. Ближний. Стихийный бой. Так, вот это. Уклонение держите, да, чтобы нанести удар с разворота в прыжке. Господи, как это я буду использовать, не знаю. Выполняю уклонение, держите W, нажмите это, чтобы атаковать всех врагов точно большого радиуса. Типа отскочить и нанести урон. Так, требуется предыдущий навык. Это у нас что такое? Пронзив противника в ходе атаки, копье хаоса удерживайте, чтобы пустить по цепи волну стихийной энергии. Так, удерживайте. Вызывающий взрыв. Ну, короче, это то, что мы стреляем. Это как действует? Еще сильнее взрывать будет. Воздух всех... Так, так, прицельтесь, чтобы накопить заряд и нанести длительный урон от огня. На цель. Вот такие вот улучшения. А что еще улучшать? Навыки. Ну, я все улучшил, все. А, вот еще. Еще могу улучшить. А, у меня не требуется восстановление. Я его нема. Ладно, пока что не можем. Так, где стучат? Откуда стучат? Сюда. Ну, отсюда. Кто там стучится ко мне? Так, ой. Снова эти ловушки. А с той стороны что? Подожди, тут ловушки, а тут что? Я думал, там какой-то ко мне кто-то, какие-то гости стучатся. Ой, тут ловушки. А, это другой. Разнообразие — это очень важно. Смотри, мы можем это остановить. Так, что нам это даст? Мы должны как-то найти способ пройти, когда оно будет вверху, наверное. Попробуем его сверху остановить. О, у нас появилась промежуточек. О! Как же это так? А, нам нужно их так в один ряд выстроить, я, кажется, понял. Да в этот момент отпусти, чтобы они вдвоем крутились. Вот они вдвоем крутятся. А, но теперь мне нужно как-то сзади остановить ту другую, чтобы ее тоже... А может они сцепились вдвоем теперь? Сомневаюсь. Вот, это вторая двигается. Короче, вы поняли, в чем прикол этой головоломки? Оп. Вот, теперь эту видно. Теперь можно вот эту подзаморозить тоже. Надо от обратного идти, от задней, к передней. Там кого-то хоть видно? Чуть-чуть где-то. Короче, я понял. Все было видно. Все было видно. Оп! Чтоб каждую было. Надо их всех в ряд, наверное, выстроить. А сейчас уже не все видно. Может, надо было так. Оп. О, две видно. Три видно. Надо это вот. Эй, не попал. Не попал. А, эти вот не дают мне там прокрутиться, понял. Иди, остро. Может, это нереально пройти вообще? Тут тоже эти, получается, лезвия не пускают. Так, попробуем вот так сделать. Виостро, виостро, виостро. Виостро, виостро, виостро. Оп, забрал. Вдвоем крутится. О, подобие... Я тут подумал, может меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Ага. Тебе ведь это нравится, да? Ну, как-то они начали крутиться по-иному чуть-чуть. И, по-моему, может быть, задние вообще мне не стоит трогать. Нужно сделать так, чтобы мы с этими как-то вместе кружились. Может быть, надо, чтобы им кого-то ковало. Чтобы мы наверху все кружились, кружились.
Или нет? Какая там зад... Опа, еще одну вижу. Ну, или пробежать было бы сейчас здорово. Ой, было бы здорово. Но я не уверен, что это мне удастся. Можно рискнуть. Просто ненавижу это. Знаю. Ой, 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 ой. Ой. Мамочки, куда я залез? Ай. Куда я залез? Бежать туда. Навпростец, навпростец. Это что-то какая-то фигня получается. Приостановим этого дела так. Опа, все, пускай все вместе двигается. Надо еще эту штуку убрать. О, сейчас ее тоже заберем наверх. Пускай сверху крутится. Вот так. О, по-моему, это получше. О, есть проходик. Пошли. Нет, так не пойдем. Так не пойдем. Или пойдем, или не пойдем. Блин, я не знаю, как лучше идти. Это мой последний шанс, наверное. Побежали, короче. Опа! Я пробежал. Ура! А мальчик? О, тут ХП мне хотя бы дали. Это что такое? О, это какое-то существо. Подкоцанное. Мальчик что-то нашел. А это что такое? Эй! Я, кажется, понял, что... Ага, поняли? Нам нужно... О, там еще есть две жизни. Но нам жизни сейчас не нужны. Нам нужно как-то их активировать. Вот это нужно как-то... Давай сюда. О, начался двигаться организм. Механизм-организм. А если я сейчас запитаюсь, то попробую сюда стрелять. Ух ты. И что? Ой. А вот так. Оп. 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 Вверх, вниз. Вверх показывает. Вверх. Можем забрать у него. И он больше не будет двигаться, да? Заактивировать, пускай двигается. Ох. Они должны одновременно раздвигаться. Они что-то не совсем одновременно раздвигаются. Ай. Не попал. Не попал опять. Зарядил, типа, да, пушечку. О, оно задвинулось туда. О, хорошо. Так надо ее туда вставить. Оттуда забрать. Ой, надо было забрать, когда оно... Так оно сейчас пропадет, начнет снова двигаться, да? Оп. О, я могу пройти, по идее. Ну что? О-о-о, давай! Цит, получилось! Пора тебе действовать, брат. Подожди, не спеши. Во-первых, тут почитай. Пока боги не подобреют. Долго ждать придется. А я сам смогу? Это они просто нас ждут. Эй, это фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. Тайник, тайнопись нашлась у нас. Тут много жизни. У меня с жизнями все хорошо. Нам нужно вот это как-то разбить. Цепочку эту. Давай попробуем, дернем ее. Так, одну цепочку. Ой, как понимать. Береги волосы. Ой, ты чё за дичь? Отец, берегись! Огоньки мне, конечно, не нравятся. Ой, тут-то прелестно. Давай, волка.
Ты что там расстрелялся? Подожди! Распылка. Я готов! Огненный. У меня им кидается. Назад, назад. А вот так. Поехали, катаемся, катаемся. Карусель, концерт, толстый концерт. Супер, пошел, бум-бум, еще один. Вылазьте, кто там еще? На, с топорика ему подключили. Дышка, дышка. Опч. Вижу. На, иска. Берегись, отец! На. Еще два! А вот с этого куча всяких прикольчиков упал. Ауч. Ауч. Ну, стреляй уже его, да и не мучайся. О, двери нам. Пишечки. Огонь тоже прекратил свое действие. Так, значит, тут у нас HP-шечки. Тут мы все позабирали. Здесь мы цепучечку разбили. Теперь осталась еще одна цепь. Их было там две. Что-то с этими дверями. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Тут тоже та же история, да? Малого не вижу. Иди сюда. Здоровая еда. Не вижу никого за спиной. Она у сорока. Огнем, электричеством. Еще никто тут не бьет. Ау, попал. Я тоже почувствовал, чувак. Вот одного мы чканули. А вот того осталось чуть-чуть. Добьем его стрелами, наверное. Так, с них полно всяких мешочков. Идет. Еще вторая цепь. Еще вторая. Так, мы вернулись к этому. А здесь я наверняка мог тоже как-то это открыть, если бы две двери зажег, да? А достану ли я ее? Блин. Ну, забрал. Должен успеть. Так, одну поджег. А тут были еще хпшки? Хпшечки не было, наверное. Ты что, ты дергаешься? Эй, ты, иди сюда. Да что ж тобой? О, что это за дверь была? Это сундучковая дверь. Сундучковая дверь. Оп, подарочки. Руническая атака какая-то. Аж выбрана. И что? Ярость. Это он как там делает? Бум. Бум. А это? Бум. Не-не-не-не-не-не. У меня хорошая вода. Так, хорошо. Еще одна мне там что-то там чесали. Мы отсюда только что пришли. Значит, нам сюда. Ой, они все уже хорошенько так крутятся красиво. А я намного хуже их выстроил тогда. Так, с жизнями у меня явные проблемы. Проблемтосики. Открываем эту дверь. Много себе восстановлю, правда, хп. А может тут можно сделать такую вещь, как на всякий случай, типа вот такую, вы поняли, да? Так, подъемчик, закрывайчик. Подъемчик, закрывайчик. Не могу ли я наверх запрыгнуть на эту тему и через верх пробежаться просто? Нет.
Значит, мы бежим, стоим. И меня прихлопывает, да? Стрелочки наверх нарисованы. То есть я никак с этим не могу... А вот тут какая-то есть штука. Как? Морозы. Ну, попробуем вверху ее заморозить. Механизмик подморозить. Поднимается. Надо сделать так, чтобы оно тоже там замораживалось. Чтобы оно вместе, может, поднималось. О, поднялось. Может, мне надо туда стрельнуть, заднюю часть? Или это средство навить? Раз, два, три. Оп. Ну, вместе, фактически вместе они теперь мне. Хорошо. Хорош. А ты что за какие-то эти самые ритуальные символы на полу? Так, вначале вот это мы откроем. Потом возьмем когти. Так, это что-то... Ага, улучшает там что-то. Броня. Новая рун... Броня. Она восстановление минус, но зато улучшает мне руны и защиту. Браслеты новенькие. Они самые топовые. 5 левела. Таких у меня не... Перейти гнездом. Какое гнездо у него вставить? На хилочку бы хотелось что-то. О! Очень малый шанс получить прилив ярости при получении урона. Ярости прилив? А есть что-то под хилка? Под хилочка. Ладно, давай тогда око. Внешнего мира. Око внешне. Эпический предмет. Пускай будет. Добавляет мне характеристики, по-моему. Так, пока отсюда выходим. Хилка вот здесь. Есть немножечко хилки. Когти. Я подозреваю, что здесь у нас тоже кто-то какая-то дичь нападет. Кто-то как будто бы какого-то демонюгу собирался вызывать. Так, мальчик здесь. А это что такое? Тут мы бомбочки брали. Зачем нам тут бомбочки? Что мы должны взорвать? А, мальчик, стрели. Не помогает, да? Сверху, что мы можем разбомбить? Не вижу. Вот там надо что-то скинуть. В ямку еще запущу. Давай пробуем в ямку. О, там что-то в полу какое-то красное. Надо запулять. Так. Что-то немножко подразбили. И что будет теперь? Оно будет глубже заходить? Или мы должны вниз упасть? Или пробежаться по верхней части? Можно ли это как-то останавливать с помощью топоров? Внизу меня там пришмякнет, наверное. Я погибну. Или сюда вставать? Или подняться в воздух не надо? Да я даже не... Ну, давай не встанем. Или сверху шипы? Нет, сверху шипов нет. Ладно, давайте наверх поднимемся. Так, наверх. Поднимайте меня, господа. Ой. Может, я должен тут прыгнуть вниз и пробежаться просто? Там... О, тут был путь только что. И тут был путь. Тут просто бежишь вперед, походу. Без разницы. Ты в любом случае выживешь. Наверное, я не уверен. Мы уже так близко. Никогда не сомневался. Да ну. Читать. Оставьте их в покое. Но это явно не про нас. Букву Т. Что там? Послание Атюра. Он имеет в виду великана. Оставьте их в покое. Ставим. Шкатулку волшебную. Теперь мы сможем расшифровать руны Нифльхейма. И еще здесь руна пути. Отправимся куда-то? Вы можете читать надписи на языке мира Нифльхейм. Вы можете попасть в мир Нифльхейм из комнаты перехода. Какой-то новый мир для меня открылся. Офигеть. Неужели им так просто дадут это сломать? Оп, открыл. Нет? Как будто на тренажере где-то в зале. Цепи раскованы. Две. Два штука. А где монстры?
О. Где вы? Ой, блин, здоровые. Иди отсюда. Блин. Давай, волков. Мне ярость есть? Ходили сюда. Блин, хоснули. Что произошло? Почему так все побелело? Еще эти еще. Попотелимся. О, кто-то хрень под башкой поднимает. Ворачиваемся. Мальчика сбили. Это у меня, конечно, фигня. Ой, что-то взорвало. У меня что-то с ХП вообще печалька. Меня сейчас убить могут. Как мне восстановить жизнь? ЧКП. Хорошо. Оу! Смотри, давай добей его! Хотя бы одного. Да что ж такое? Есть! ЧКП. Беги. Уходим. Он все блочит, гад. Теперь мой черед. Немножко подкосали. Сейчас ХП будет восстановление. Брони больше нет. Здорово. Ой. Вот топором. Ой, я зря. Ну ладно. Есть. Я думал, я умру реально. Так. Еще и ведьмы какие-то пришли. Этих ребят лучше я сбросил. Путник герой, это он был? Надо подождать, пока он развернется там. Еще и ведьмы, что ли? Куда, где? Кто упал? Где упал? Куда вы взялись-то на мою голову? Он передавит все. Ауч. Куда вы там взялись? На мою голову. Еще и стреляют мне. Так, мы тут все взяли, все сделали, все забрали. Ух, так мы можем их, наверное, с лука расстрелять там все. Мальчик. Одного, по крайней мере, точно. А, не достает. Так, ладно, нам нужно вернуться, по идее, как-то обратно, да? Ну, я надеюсь, что оно как-то сохраняется, когда мы после таких жестоких боев. Я готов! Заморозил. Можем пробежать. Сделаем. Ну уже. Бежим. Ух. Еще не работает хп-шка. Короче, а куда мне теперь? Еще два появились жулика. Там огнем сжигает просто нещадно. Еще появились. Ауч. Ультерлок. С этими огоньками тут, конечно, сложно. Оу. Склоняться мне не вовремя.
не вовремя ко мне. Ой, там один. Ну, попадай, да? Так, идем к нему в атаку. Оп! Ой, что-то взорвал. Тут еще бомбочки есть, смотри. Еще что-то как-то вылетелялось. Сзади меня, походу. Блин, привет. Вообще, жестко причем. Оп, оп. Где мой топор вообще? А, о, вот мой топор. Пришел, да, работа моя. Мне жопа, брат. Еще жопа. О, там где-то хп есть. Вижу. Добили? Все, хватит меня такого. Сын. Слушаю. Перевернем. Слушаюсь. О, жесток, послушай. Говорить перевернем храм. Это начинает казаться нормальным. Перевернем храм. Перевернем, перевернем. Я что-то опять не умер. Видели, я был на волоске прям. Так, а куда мне идти-то? Храм переворачивать. Сюда? Я туда пришел? Я не помню. Прикол в том, что я не помню, куда я пришел. И, наверное, все-таки отсюда. Чуть не сюда. И по компасу понятно тоже, что мне сюда. Поднимайте! Так, хорошо. Что теперь? Надо опуститься вниз? Закрыто. А здесь что у нас было? И мы же там кто на лифте мы должны были, как-то там должны были мы как-то бы. Как-то бы. На лифте мы должны были как-то бы. Куда я бегу? Я не уверен, что я вообще на правильном пути. 50, 40, 30. А почему там замочек? 20. Почему замочек, ё-моё? Что за дичь? Это что, армия статуй? Не думаю, что они оживают, если ты об этом. Как-то на лифте Тюр сюда считал, приехали. Что в его мире солдатами должны быть только статуи. О, у него там... доброе сердце, конечно, но ни капли самой иронии, правда? Опч, пролею здоровье. Фу. Эти чудики на меня нападут? О, уже без цепочек. Они же с цепями стояли. Шипят что-то. Переворачиваем это все. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Ноги. Что-то такое. Тела нет. Подсказчик. Успею я себе воды набрать. Ой, что-то перевернулось. Потрясающе. В тот день, когда понадобится грубая сила, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли. Это хорошо. Там, слева. Отсюда можно забраться в зал путешествий между мирами. Я видел. Слева зацеп, просто хотел поглянуть, что там еще сзади есть. Интересно. Ну, пошли. Видишь, Мимир, никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, лазит очень хорошо. Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра. Поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать. Мальчик обрел равновесие. Нам надо входить в эти ворота. Я глянул, какой-то сундучок найду себе там. Таинственный предмет Тюра. Возьмите его. А, храм так и задуман. Вверх дном.
Смотри, дерево вверх тормашками. Или мы? Я уже не уверен. Мне нужно идти к этой штукенции, светящейся, так понимаю. Иди, вечно нужно идти, постоянно нужно идти на свет. О, я последний раз, когда на такую штуку клацонькал, так у меня... У меня надо туда запихнуть какой-то камень. Давай, пацан. Ты в этом мостах у нас. В камень надо кинжал запихнуть. О, какой-то... Сын, какой-то камень. Где нож? А ну-ка, оп. Рейва. Что там такое? Какой-то камень, обрамленный в золото, по-моему, или что-то. Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Ну. Покажи-ка. А ну-ка, покажи. Оп, смотри. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да, ну вот теперь-то я все понял. Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот, а Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. Мир между мирами. Выполнено. Путь в Йотунхейм пройдено. Ура! Следуйте мир между мирами. В храме Тюра он изображался шагающим с ветви мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Ой-ой-ой, ты и правда это задумал. Я куда-то иду, пока смотрите, да? Ведут меня сюда. Ну что вы там ковыряетесь-то? Идем уже! А есть у вас что-то на апгрейды? Ну меня? Заходите! Например, я хотел себе улучшить... Это создать. Но тут надо всяких ресурсов, которые надо, наверное, в дополнительных локациях искать. Эпические перчатки там всякие. Но у меня и так неплохие одеты. Я хотел улучшить свой талисман. Вот этот, который мне дает жизнь. Вот это я просто использую часто. Вот это мне надо улучшать. Мы больше его не можем улучшать. Это было максимум. Так, а что еще? Может быть, мы можем улучшить левитан? Пинки? Может быть, новорудная доля? Четвертого левела. Так, броня для рук. То, что мы сейчас одели. Мы можем ее улучшить за серебро. На два показателя капли. Браслет мирового змея. Чары, ресурсы, купить, продать, камни, воскрешение, чары. Короче, все, мне это не... Что же там еще было? Теперь надо в эту штуку зайти. Ну как по заданиям. Парк. Мир между мирами. Это куда мне надо теперь? Это мне объяснит? Тут вообще закрыто все. Мечические врата, пока вы не можете отправиться сюда. А, я помню, там где тут валяется дядька здоровенный. Та, тело Тамура. Пока... О, во-во-во-во, нам сюда? Идите Брока в ландусских рудниках. Ой, а как мне понять, куда мне на самом деле надо? Да, не знаю. Тут тоже все запечатано. Брока в ландсутерских рудниках. Это дом, башня между мирами. У меня сюда, что ли, да? Enter.
Так это чтобы кто-то рядом совсем. Я как-то умираю. Что-то я совсем запутался. Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя... Ой, что? Идея. Что произошло? Иди своим путем, да? Здесь Тюр ступил за грань, и камень единства его защитил. Ого. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Капец, что они делают? Какую-то дичь творят, не надо. Мир между мирами. Это невероятно! Я думал, что тут мост! Ничего себе. Это когда мы переходили из мира в мир, мы по дороге еще один мир нашли. И где это мы? Ой, как меня может тошнить без желудка. Да ладно, было здорово. Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть. Удивительно. Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да тю. Ай да тю. Ай да хитрец. Не может быть. Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм. Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь, башня, но будьте начеку. Испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Все как бы тоже то же самое, но в другом мире. Немножко измененное. Ой. Да, бедновато. Пьедестал. Используйте камень единства. Подождите, у меня все на максимуме. Пройти в соседние двери нет. Может, только сюда. Минимально текстурок, минимально всяких украшений, минимально всего. Но кристалл... О, нет! Она забрала камень! Башня поглощает энергию камня! И что это происходит? Значит? Она движется? Песня. Движется! Да ты тебе туда она подальше. Знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. Не зря эти штуки. Что тебе? Ну, не знаю, брат. Сейчас. Но мы сюда добрались, нападу. Лучше уже позади. И что-то сейчас на меня. О, я так и знал. Нет, ошибся насчет худшего. Прости, я не готов. Вот рука начинает играть, я больше тут. Это их нужно перемочкаются. А могу супер злой включить. Могу, поехали. Кого-нибудь. Найди кого-нибудь. Все боятся меня. Еще бы. Правильно делаете, я бы тоже боялся. На нашем месте. Кстати, они ни одного удара не нанесли еще. Сосунки. Хорошо, что все кончилось. Это был первый этап, походу, только. Я так подозреваю. Т, удерживайте, чтобы узнать совет. Так, выводок. Твари из выводка вырываются, когда умирают. Этим взрываются. Этим можно использовать, чтобы ранить, избивать с ног соседей. Еще, да? Где же мы? О, похоже на Альфхейм. Что это такое? Безумная энергия. Кто это? О, здорово! Ты кто такой? Подожди! Ты что, эй? Похож на темного эльфа. Он темноту сделал. Я таких помню. Ну что ты тут делаешь? Куда ты делся, гад такой? Включи себе свет, дышать не видно. Оп, промазал. А ты тут откуда взял? Еще один. Сколько нас тут? Один стреляет, второй стреляет. Все возможные боссы на меня нападают. Это... Ух ты, блин, как я тут достигал-то. Ауч. Отбил щитом. Ага. А ко мне очень не слабо. Ничего не вижу. Они меня зажали. Исцели себя.
исцеляю. Они меня заколошматили. Очень темно, ничего не вижу. Блин, тяжело. Сначала было реально изи, а теперь, когда эльфы напали темные, то и не двое, как будто бы этих вот как их. Может, надо включить злость сильную? Или еще надо набрать злость? О, привет. Ты видишь, что он делает? Включается мне свет, да. Вижу. Может быть, электричество не очень берет? Стрелы! Ну, пол в том, что их не очень, не очень. Так, это один из довалили. Уйди ты. Ходим. Ходим, говорю. Я не вижу, блин. Вижу. Блин, зажали. Зажали демоны. Опять это летающая штука. Нет, мне очень больно. Мне очень больно. Дайте пока чуть-чуть. Я готов. Хорош. Брат, ты живой? Нет, как все, сейчас опять умру. Я сейчас умру. Хапенема, хапенема. Покажись, Харт. Берегись, Катя! Мне это выставили, конечно, не опасно. Стреляем справа! Опять свет вырубили, гады. Включите свет, дышать не видно. Точку забрал, а где он? Блин, свет. Он еще как-то. Отец, берегись! Тяжело. И куда же мы попадем теперь? Добили? Я не знаю. Капец. Это было мега тяжело. У меня хп не мало. О, нет. Снова Хель? Подожди. Одним броском папа ранит их дважды, когда кидает, когда возвращает топор. Ух ты, они идут. Кто они? Кто еще? Да вы достали уже. Вперед! Я поскорее бы твоего ультра его. Ладно, понял. И тут тоже есть. Ауч! Немножко подхилил. Здоровье. Ай! Замораживают. А вот так? А что блочит? Давайте я попробую набежать немного. Там хп вон есть. Ради их ножка отогнать оттуда. От хпшки моей. Успел. Они меня как бы да, и как бы нет. Давай тут еще хпшка. О, есть. Хотя бы одного. О, еще хп. Отец, давай! Ну, кто-нибудь сделай. Вот так.
Увернулся. Фу. Где мои... Нет, правда, ну хватит уже. Да стой, они реально уже. Лезут и лезут. И эльфы, и всякое нечисть. Что еще? Муспельхейм. Красный. Это плохо. Это все миры. О, боже ты мой, ты что такое то взялся? Оп, а ты кто такой? Еще и ты тут взялся. Да, еще и тролля мне тут подкинули. Тролля. Готово. Так, активно разобрались. Оу, это было неприятно. О, вот это мне нужно. Давай, это мне нравится. Это я люблю. Поехали. Давай пробуем. Тролль против гоблина. Давай, бей его. Это малюток бить. Малюток. Так, с этим проблема разрешила. Эйди Мюнр остался. Чё там? Ты там разбуянился вообще? А вот так? Я чуть говорю, по-моему. Очень... У меня весь горю. Я весь в огне. У меня есть способ себя подхилить, но я не знаю где. Ай, нет. И что? Я хотя буду только с ним сражаться. Я дошел там до какой-то точечки. Может быть, я только с ним буду сражаться. Там какую-то часть жизни ему снес. Да, учили заново со всеми. Без заново со всеми. Следи за ними! А, со всеми заново. Он там прыгает, гад такой. Очень сильно прыгает. И молитва тоже не надо. Огонь так красный, каким он взрывает. Можно на топоре что-то? Отец, я готов! Давай с этим разрешим. Он его бьет. Он его пинает. Он его снес еще. Кому дойди не будет. Берегись сзади! Вулканчик свалил. Может, топором. Блин, как же он поджигает. Давай точки эти выбирай, куда-нибудь закидывай. Слева! Блин, как же это больно. Как к нему бежать? Справа! Просто бежать? Не знаю. О, чуть бахнул. Я не умею от него убежать никак. Он очень сильно дамажит прошлаться. Вагон залажу, перемешать. И нигде с ним СКП не сидит. Он постоянно свой. Типа,
Ругается матом. Ой, ты начал бежать. Он мороз боится, потому что он огненный, понимаете? Прикольчик. О, его подбегают. Давай. Мы там ему нападать. Бум. Мы таких уже кромсали не один раз. И огненного теперь тоже. Давай бонусы с себя вываливать. О, первый очередь жизни. Блин, опять что-то закрывается. Собирать все. Это все? Так, да, что там? Рубящий удар, слабая руническая атака. Я не знаю, где мы и что мы подобрали. Слабое восстановление 28 секунд. 55 секунд, 55. Ладно, оставим то, что есть. Где мы? А я откуда знаю, где. И чё, ну куда мы приехали-то? Где выход? Мальчик. Тут. Ну-ка, в это нас привезли. Смотри, мы снова в Мидгарде. А вот мост. Получилось. Башня подожди. Снова на своем месте. Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень Единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. А еще можно зажечь все жаровни и посмотреть, что будет. Еще имя. Гондул. Гондул. Еще одна валькирия. Это не совпадение. Но кто вырезал? Зажгите жаровни Тюра на башнях миров вокруг озера 9. Злых на светильниках Тюра. Ну это какое-то достижение, какое-то, может, броню какую-то получим мощное или оружие. Может, не оружие вряд ли, может, какие-то улучшения для оружия. А что нам теперь нужно делать? Куда мы идем? Что у нас теперь по заданию? Перейти к гнику странствия. Странствие нас ждет. Странствие нас ждет. На портал куда-то теле... А, ну мы ж хотели развеять прах. А если мы в этом мире? Ой, я запутался с этими мирами, честно говоря. Вот любите вы, ребята, пошуметь, да? Подождите, да. Любим мы пошуметь. Все мы любим. Все мы любим. Только куда нас это приведет? Не знаю, что мы найдем в Йотунхейме. Но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо. Так, что мы должны теперь сделать? Руна появилась на руке рука. В Йотунхейм. Арку нажать опять, чтобы нас автоматом перенесло. Что? Ой-ой-ой, руна появилась. Это там. Так раньше это уже было. Мир доступен Йотунхейм. Вован. А мы жди, а мы на какой были направлены? О, Йотунхейм. Enter, переход в мир. Все, отправляемся. Йотунхейм. В Йотунхейм. Стой, погодите-ка, ничего не выйдет. Да. Нет путевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У тебя тоже такие глаза? У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья, я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Слушайте. Это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знают? Брок и Синдри! С Броком и Синдри поговорите. Знал бы я еще, где тут выход. Вот это?
Идем к Броку и Синдри. Это эти два, которые... Тыщ-тыщ-тыщ. Молоточку уже, да? Глаз верните. Верните мне глаз. Привет, у нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О. Так. Это... Простите. Что? Вообще-то Один просил меня... Что это? Хотел, чтобы я сделал... Да он показал его мне, и я... Ох! Отказался. Простите. Я... Да, никакого толку. Шнит? Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело со всеми то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. А кто? А что за статуя? Где она? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. О, внутри змея статуя. Этот... Но как нам заглянуть змею в кишки? Он должен высрать ее. В кишки. Камень. О, нет. О, нет, кишки опять пошло. Кишки. Какой нежный. Нам нужно... Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Но мне кажется... Змей я либо не знаю, что впереди, либо уже но сейчас выслал. Самое время подготовить снаряжение. Если что, и снова кровь. Мне кажется, сейчас змей может на нас атаковать. Может быть, мы должны со змеем теперь сторожаться? Подготовить снаряжение, пацанчик нам сказал. Мне кажется, мы сейчас будем со змеем сражаться, но у меня уже час видоса заканчивается. Готов. Давай дудеть. Он размял свои. Может, он скажет, сейчас пошли нафиг. Ну что, я вам не отдам. А сегодня графон не получше будет говорить. Личка нашего дракуша. Ну да, чешуйки получше. Тор Сатуини Смуту Турфа. Он же должен срать когда-нибудь. Извините. Ты срать будешь или как? Чтобы ты покажешь. Статуи больше нет? Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Жесть! А что там еще в статуе мы обнаружим? Серьезно? Ну, поверь мне. Он от этого тоже не в восторге. Вот это поворот. Я думаю, будем с ним как-то сражаться, он нафиг пошлет. А он нам предложил попасть внутрь в него. Ха, прикол. Нам нужно заплывите в пасть змея. Так мы правда это сделаем? Ну. Позволим змею проглотить нас? Можешь остаться. Такое я не пропущу. А где лодочка? Где ближайшая пристань у нас? Слева тут тоже будет возможность на лодочку? Такое я не пропущу. Я тоже, наверное, будучи... пацаненком твоего возраста бы не отказался от таких путешествий. А может быть и нет. Тут такое дело двуякое. Давайте сначала сядем в кораблик. Так. Ты точно в этом уверен? Плыви кораблик. Чё мы в лодку мы заплывем? Так у меня уже час. Час. Ну, братья, бывал я в странных местах, но это что-то новое. Я никогда не бывал в брюхе великана. Это... И отец. Меня много раз пытались сожрать. Наверное, кто-то должен нам ответить. Подожди, ты кое-что нашел. Это улучшит наши характеристики. Может быть, там что-то еще там есть интересное у него в животике, кстати. Давай мы это сорвем штукенцию. Оп. Улучшим свои характеристички. Ай. Ну все, сейчас чисто так чуть-чуть заплыву к нему в рот. Что и... Что случилось с Одином в Йотунхе? Давай попозже продолжим. Новый причал. О, балдеж, да? Это доска. О, мамочки! Ух ты, какой красавчик. Ой, темно.
Ой, не могу. Ну, вперед. Кажется, нас проглатывает. Ой, мамочки, там ничего не видно. Откуда подсветка взялась? Ой, а там же соки тоже появляются, брюшные всякие, желудочные. И вот мы внутри. Плыть теперь надо, да? Область открыта. Чрево зверя. Найдите глаз Мимира. Офигеть, я такие игры еще не играл. Не, ну как бы... Странно, мне как-то снилось, что меня съели. Снов не стоит бояться. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Тут можно найти какие-то сокровища, возможно, еще. Ищем статую. Кислотные эти всякие. А насколько длинный этот змей, интересно? Булькает кто там, булькает. Желудочные соки, они должны вообще переваривать все, что угодно, в том числе такого, в том числе и лоб. Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже приятно. О, тут что-то сияет. Ты чудной. Что-то, оп. А, здесь вода сжется. Это ведь вода? Или что? Золото, ага. Эгира. В основном. Смотри-ка, тут реально всякие сокровища есть. Вон какой-то сундук. Мы можем причалить даже. Реально можем причалить. Тут даже и он какие-то другие корабли глотал. Вон там, молот. Сундук. Вон там что-то есть. Прикольненько, конечно. Ой, а там что-то еще желтенькое. Это то, что мы только что забрали, или это что-то новенькое? Это, по-моему, новое. О, мы кругом острова какого-то плаваем. У него внутри какая-то... Какая-то глыба песка. Боже, он реально огромный. Если мы так вот плаваем неспокойно. Человек обычный по сравнению. Здесь можно причалить. Мы, походу, этим сейчас и займемся, пацанчик. Прям чей-то тут даже кто-то, может быть, живет внутри у него. Смотри-ка, как будто бы чей-то домик. Наверное, мне стоит тут сохраниться и продолжим эти путешествия в змеи в следующий раз. В следующей серии. Но в любом случае прикольненько. Там я... что-то есть. Ну-ка. А, надо крутить. Оп. Оп. Ну-ка, что я нашел. Какой-то, по-моему. Что-то я нашел. Максим. Я нашел какой-то нам зацепчик. Еще что-то нашел. А, тут можем за лес закарабкиваться. Какие-то камни наглотал, какие-то камни. Чувак, что ж ты нажрал столько всякого? Змей. О, змей, змей, змей. О, прекрасный змей. Ну, чтобы нас эта лодка, этот вот штучка отвезла, перенесла. Где Один мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. Один спрятан где-то в памятнике. Так. Это мы осознали. Где-то в памятнике спрятан. Памятник мы пока не обнаружили. Фух, я должен уже видео завершать. Мне очень интересно. О, может быть это... Это сокровищница, просто сундук. Но он сиял. Что мы там найдем? Глаз? Ага, это глаз. Вставьте его мне в голову. Для надежности. Для надежности. Будьте добры, побережней. О, на. Опа. Спасибо, брат. Все? Вот уж правда, что имеем, не храним. Вернитесь в комнату перехода Тюра. Ой, тут еще что-то есть. Малыш. Ну все, ладно, мы это вскрываем. В принципе, глаз нашли. Продолжим в следующий раз. Вернемся в ту комнату Тюра и опять перенесемся в Йотунхейм. Символ безумия. Нашли какой-то. В Йотунхейм. А как мне отсюда вернуться спокойно? Тут можно, может быть, еще что-то найти. Ну, может быть, и нельзя. Может быть, на этом заканчивалась локация. А я тут что, не могу больше спуститься вниз разве? А вот какой-то спуск. О, прям на топоре. Вот так, оп.
Где мой кораблик? Все, сохраняюсь и ухожу. Увидимся в следующем видосе. Всем пока-пока.